Всем привет, ребята, с вами я, Степан, и сегодня я вам покажу топ 12 чит-кодов для GTA 5. Сразу предупреждаю, перед тем, как их ввести, сохранитесь. Потому что если вы сохранитесь после этого, то у вас не будет 100% прохождения игры. Если у вас нет оружия, не беда. Первый чит-код как раз-таки для этого. Если вы его впишете, то вам дадут стартовый набор оружия, что будет довольно хорошо, и оно вам пригодится. Если у вас мало здоровья, не беда. Вписывайте этот чит-код. Он вам пополнит шкалу здоровья полностью и дадит еще бронежилет. А если вы находитесь в сломанной машине, то он вам ее починит. Довольно годный чит-код. Вот, как видите, все работает. Машина полностью целая. Если вы хотите стать полностью неуязвимым, то у меня есть для вас один чит-код. Он вам дадит неуязвимость на 5 минут. Вам будут не страшны ни выстрелы, ни взрывы, ничего. Но как только он отключится, вам будет хана. Если вам нужны неприятности в GTA 5, то этот чит-код специально для вас. Если вы его введете, у вас поднимется уровень розыска на 1 звезду. Также есть противоположный чит-код. Если вы его введете, то уровень розыска упадет на 1 звезду, что будет крайне полезно. Есть также еще один прикольный чит-код. Этот чит-код на взрывные пули. Если вы попадете в противника, то его откинет. А если вы попадете в машину, то она рванет. Довольно прикольный чит-код. Можно и повеселиться. Также есть чит-код на огненные пули. Если вы его введете и попадете в противника, то противник сгорится. А если вы попадете в машину, то машина подожжется. Также, если вы попадете в топливо, хотя это не удивительно, то оно подожжется. И этот чит-код на взрывные удары в рукопашной атаке. То есть, если вы ударите по противнику, то его откинет. А если вы ударите по машине, то машина взорвется и вас отбросит. Довольно прикольный чит-код. Следующий чит-код у нас на супер-прыжке. При помощи этого чит-кода мы можем забраться на небольшие здания и прыгать по крышам. Или перепрыгивать прохожих. В общем, можно с этим чит-кодом делать все что угодно. А этот чит-код на супер-бег. Мы будем бегать быстрее, чем обычно. Так будет можно быстрее удрать от какого-нибудь другого NPC. Следующий чит-код у нас на падение с неба. Советую для него брать парашют или включать наши другие чит-коды на бессмертие. А то если вы куда-нибудь приземлитесь, то вас просто откинет, потому что вы летите с большой скоростью. И вы склеите ласты. Ну вот и все. Если вы хотите повеселиться, попробуйте активировать этот чит-код. При его активации включится нетрезвый режим. Вас будет штырить, камера будет трястись. Как вы видите сами. А на этом я буду заканчивать. С вами был я, Степан. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.